Привет, друзья! Сегодня у меня творожная запеканка. Если у вас она раньше не получалась, попробуйте этот рецепт. Проверен уже много-много раз. Понравится всем без исключения, особенно деткам. Мне понадобится 60 грамм растопленного масла. Сливочное масло добавляем 3 столовые ложки сахара, 1 третью чайной ложки соли. Дальше 3 столовые ложки муки с горкой, 60 грамм сметаны. Можно взять любой жирности, у меня 20%. Все перемешиваем. Дальше разбиваем 3 яйца и тоже все перемешиваем. Дальше добавляем 500 грамм творога любой жирности. И теперь все хорошо перемешиваем при помощи кухонной машины. Вы можете перемешать при помощи блендера. Теперь получившуюся массу взбиваем кухонной машиной 5-7 минут. Можно воспользоваться миксером. Доводим до однородной кремообразной массы. Все, тесто готово. Смазываю форму маслом и выкладываю тесто. Запеканка в духовке немного поднимется, а потом осядет. Это нормально. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Но смотрите по своей духовке, конечно. Даю запеканке полностью остыть и только потом достаю из формы. Вот что у меня получилось. Нежная, ароматная и очень вкусная запеканочка. У нас ее любят все. Попробуйте приготовить такую запеканочку. Буду ждать ваши отзывы об этом рецепте. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Делитесь видео с друзьями. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной.